Всем привет! Сегодня вновь мариную огурчики. Нашла еще очень интересный рецепт, хочу с вами поделиться. Может, кому-то понравится. Так, огурчики нам нужны будут: укроп, базилик пару листочков, чуть-чуть горького перца красного и соевый соус. Огурчики, как обычно, разрезаю на 4 части и отрезаю верхушки. Вот так вот. Перчик беру перчатками или пакетиком, потому что все-таки он острый. Руки можно плохо помыть, потереть глаз или что-то. Чувствуется долго. И немножко его так вот разрезала на небольшие вот такие части. Вот режем. У меня опять сломался штатив. Теперь сюда добавляем соль. В этот раз делаем немножко посолонее, потому что из прошлого рецепта они такие прям мало-мало соленые получаются. Такие вот 2,5 ложечки чайных добавим соли. Чайную ложку сахара. И 2 чайных ложки соевого соуса. Так вот, хорошо залили. Убираем в холодильник часов на 5, либо на ночь. Огурчики получаются вкусные. Такие немножко остренькие слегка. Можете добавить побольше перца на любителя. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.